Познакомиться с культовыми и историческими местами Иркутска на каникулах предлагает горожанам и гостям региональной столицы краеведческий музей. Сегодня сразу несколько туристических групп проехали по основным достопримечательностям. Начало у храма Спаса Нерукотворного образа. Это первое культовое сооружение Восточной Сибири и единственное сохранившееся здание Иркутского острога. Затем участников знакомят с главным кафедральным собором Иркутской области и метрополии, собором Богоявления, а потом и со Знаменской церковью. Несмотря на морозную погоду, сегодня на экскурсиях многолюдно. Иркутяне приходят с друзьями и семьями. В России сейчас идет конкурс «Всей семьей». На сайте проекта участники получают задания. Например, одно из таких – съездить на экскурсию по родному городу и познакомиться с его историей. Мне было очень интересно сходить на экскурсию в своем городе, потому что много где была, ходила на экскурсии, и вот мне было интересно, как здесь расскажут, что нового расскажут о том, что ты знаешь. И, конечно, это вообще новые знания о своем. Да, когда ходишь в другие города, это все посещаешь, это как бы, ну, там же надо, а про родной город мало что знаешь. И вот спустя столько лет, после стольких лет дружбы с учебных заведений, мы все-таки пришли к тому, что это необходимо узнать. В любое участие в каком-то совместном деле, оно объединяет семью и здесь укрепляет ее. И наверняка, в том числе посещение этой экскурсии, тоже несет такой смысл и такую задачу объединить, укрепить. И это наверняка, мы надеемся, что это происходит.